Сивцов Владимир Николаевич, он больше представлен сюжетно-тематическими картинами. И обращая внимание на его работу, мы можем увидеть, что его всегда интересовала история государства российского. И Вологда, он показывает Ивана Грозного в Вологде. Он показывает Александра Сергеевича Пушкина в его окружении, няня, его любовная тематика. То есть ему близок вот этот мир литературно-исторический. А вот Соколов Алексей Александрович, он оказался больше романтиком, лириком русской природы. И насколько душевные его пейзажи, вот просто не скажешь, что наивный художник работал.